Университет — неплохое дело. И девушки красивые. Я понял это дело. Я буду приходить к вам. Ты и так будешь приходить, если тебя возьмут на работу. Оставь это дело. Они сказали, что перезвонят, но не перезвонят. Я знаю эти дела. Человеку я не понравился. Я бы удивилась, если бы понравился. Я не буду убирать мыть. Чай то с меня, так ты сказал. У меня есть красные границы. По-твоему, человек с тонкой харизмой будет вытирать? Оставь, не говори, что боишься работы. Дело не в работе. Мне не нравится система. Все стали шакалами. За 3 копейки ищут себе рабов. Я не дам себе в обиду. Хорошо, госпожа Сумру скажешь так же. Потому что в скором времени женщина выставит тебя за дверь. Не говори, что я не говорила. Командир, останови в любом удобном месте. Давай. Легкой работы. У меня давление упало. Я хочу сладкого прямо очень. Отведи меня в пекарню. Угостишь сладким. Отвезти-то я отведу, но... Угадай, чего нет. Чего нет? Денег нет. И у меня нет. Господи, в какой мы бедности. Даже сладкого поесть не можем. Любишь халву? Люблю, конечно. Еще бы сверху мороженого. Очень хочу. Мороженое не обещаю, но халва будет точно. Пойдем со мной. Как? У тебя же не было денег. Чичи, ты зациклена на деньгах. Смотри. Ты сказала, что любишь халву, и я тебя ей накормлю. Пойдем. Пойдем сюда. Ты больной? Тут похороны. Да. И халва есть. Ты хотела сладкого. Я ухожу. Девочка, зашли сюда. Пойдем. Примите соболезнования. Спасибо, друзьям. Спасибо. Исмет, куда ты ушел, оставив нас? Девочка, ешь. Покушай, да? Вкусно очень пахнет. Вы кем приходите спокойному? Мы с района. Очень любили брата Исмета. Очень расстроились, очень. Брата? Вы хотели сказать тетю Исмет, наверное. От горя даже не знаем, что говорим. Не обижайтесь. Да, да. Очень молодой ушла. Ей было 95 лет. Но любая смерть ранняя. Не можешь принять и прочее. В этом смысле. Да. Братец, вы кто такие? Пришли сюда пошутить? Нет, дорогой, ну что ты. Мы пришли выразить соболезнования. К тому же, надолго не останемся. Давай, Чичек, давай, пошли. Еще раз примите соболезнования. Спасибо, друзьям. Примите соболезнования. Спасибо, друзьям. Ты такой глупый. У людей внутри горе. Откуда мне знать, что Исмет — это мужское и женское имя? Мы ничего не хотели делать. Поели бы халву и ушли. Еще и говоришь, что рано ушла. Женщине 95 лет. Человек бы нас избил. Стыдно. Пусть земля будет пухом женщине. Но халва была вкусной. Вкусная была, да? Вы можете подписаться на наш канал, чтобы смотреть больше видео, включить уведомления, чтобы смотреть первыми.